Всем добрый прекрасный день. Сегодня 19 июля 2024 года. Я пошла в дегидратор поставить, сушить легкое для моих ребятушек. Ну, а они, конечно же, со мной. Что скажу, продолжается у нас жарюка. Жарюка, поэтому сразу видно, все быстренько в кусты спрятались. Налила им вон большой, небольшой, а бассейн их, много-много воды, не знаю, пойдут или нет, пробежались. До этого мы уже здесь ходили, ну, выпустила, конечно, гулять пока, ну, так вот это мы сюда-туда особо сильно на солнце не будем тусить, потому что жарко. Так, мальчишечки наши, кто захотел, тот вышел, смотрю, что и Оскар не захотел, и малыш Лаки остался, и мальчик Померанский Шпиц, Жофрейка тоже остался, вот, потому что, ну, не хотят, очень жарко, вон Кевин прибежал, но вот так туда, в тенечек. Так, кто у нас тут гуляет с нашими взрослыми, постарше детками, а, Джерри, красавчик, вот так вот, да, Джерри гуляет, Дэнни, да, здравствуй, мама, скажи, я вот тут. А ты где, скажи, моя мама, да? Немножечко вышли, да, не гулять, скажем так, а по делам, пробежаться, немножко показаться, людей посмотреть, себя показать. Так, что хочу сказать. У нас хорошие новости. Наш Морис добрался до своей семьи, все хорошо, осваивается, отдыхает. Заюшка пускай отдыхает, привыкает, осматривается. Конечно же, приехал в новый дом. Все хорошо у него, слава Богу. Пусть радует свою семью долгие-долгие годы. Так, наши красотульки, остальные также в поиске мамочек-папочек. Ждут два вот этих братика, близнеца. Это просто, если вы еще скучаете, если вам грустно, одиноко и так далее. В общем, вы еще несчастливы. Ну, так просто шутка, да? Вот эти вот два красавца, два мальчишки, двое из ларца одинаково с лица сделают вас счастливыми. Вот, побежал. Вот так попил водички и прискакал. Ну, это собаки-улыбаки, которые просто вот ежедневно, ежеминутно будут вас радовать. Замечательные вот такие два мальчика, которые продаются в одну семью. Они близнецы, они братики, они... Также красавчик Каир, повернись к нам личиком. Не хочет зайка поворачиваться. Так, Денюшка, красавец Дэнни, в поиске мамочек-папочек. Малыш вот такой, Джерик, красавчик, мини-мальчик. Он остановился, уже не растет, такой замечательный. Так, охрана, так, правильно, все, охраняем маму, проверить, что там, чего там, кто там, вот видите, какая охрана, мальчишечка Атос и Арамис всегда рядышком, да, вот такой, вот такие они, да, общение с человеком, да, зайки, красотульки. Так, все остальные побежали проверять, кто там пришел, а здесь, видите, остались два близнеца, красавчика, Атосик и Арамисик, и малыш Джерик. Что там, зайчик, тебя испугало? Вот такие вот наши дела. Все, долго не буду вас задерживать, потому что жарко. Вот так вот купается Лорочка. Молодец, охлаждается. Молодец. Давай. Ина. Атосик, нет, не рискнул солнце. Ой, вчера они тут колупались, прыгали, скакали, все. Ребят, надо идти домой, да. В домиках у нас прохладно, там хорошо, не жарко, поэтому все, гульки наши закончились. Очень жарко, поэтому мы заканчиваем нашу прогулочку, да. Показались, поздоровались, все хорошо, все отличненько. Кого детки наши интересуют, пожалуйста, вайбер, ватсап, телеграм, телефончик под видео, и ваше счастье приедет уже скоро к вам. Все, до новых встреч, пока, обращайтесь, всего самого хорошего. Жарко, мои жойки. Джерик, красавчик, Джерри, котик.